уважаемые подписчики, друзья, случайные зрители. Я приветствую вас на канале Роман Парфенюк «Все о монетах». Уважаемые зрители, монеты номиналом 3 копейки интересны прежде всего тем, что помимо обычных, редких и дорогих монет, среди них встречаются не менее дорогие и редкие разновидности, определить которые в некоторых случаях могут даже люди, не увлекающиеся коллекционированием монет. И поэтому бывает, что среди одинаковых монетных номиналов периода СССР можно встретить как совершенно обычные, недорогие, так и очень редкие ценные экземпляры. И вот как раз об одной такой монете номиналом 3 копейка периода раннего СССР сегодня я хочу вам рассказать. Друзья, бесспорно, монета 3 копейки 1927 года является самым редким и дорогим номиналом данного периода. Однако существует как минимум 4 разновидности данной монеты. Цена на них в зависимости от разновидности варьируется от $100 и более $1000 США. И как отличить эти самые разновидности? Сейчас я постараюсь вам объяснить. Первая, самая простая разновидность 3 копеек 1927 года относится к штемпелю 1.2. Отличительной особенностью монеты является плоский земной шар на аверсе. Несмотря на то, что монета является самой распространенной среди самых редких, стоит она порядка $35 США. Вторая разновидность монеты 3 копейки 1927 относится к штемпелю 1.1 и отличается лишь тем, что все тот же земной шар является наоборот выпуклым. Такой дизайн в основном применялся при чеканке монет в 1926 году, а годом позже было принято решение перейти на более упрощенный, плоский вариант. Друзья, такая монета встречается гораздо реже своих предшественниц. А многие эксперты в области нумизматики склоняются к тому, что монете нужно присвоить степень редкости R1. Как бы там ни было, средняя стоимость одной такой монетки составляет около $70 США. Третья разновидность относится к штемпелю 1. И является, по сути, перепуткой. Все дело в схожести монетных аверсов от 3 и 20 копеек. Именно в данном варианте исполнения мы можем наблюдать реверс от 3 копеек 1927 года и аверс от 20 копеек 1924. Но как же отличить редкую монету? Друзья, все очень просто. У перепутки буквы СССР более вытянуты, что свойственно для 20-копеечных номиналов. Средняя стоимость такой монеты на аукционах может доходить до $700 США и более. И последний, самый редкий разновид также относится к штемпелю 1. Однако на аверсе данной монеты есть отличительная особенность. Отсутствие круговой надписи «Пролетарии всех стран, соединяйтесь! СССР». Такой аверс свойственный монетам 1935 года. Друзья, это своеобразный привет из будущего, можно так назвать. Он является самой редкой разновидностью 3-копеечных монет 1927 года чеканки. И на сегодняшний день стоимость такой монеты на аукционах доходит даже более $1000 США. И в заключение, друзья, если у вас дома завалялось несколько копеечных монет периода раннего СССР, то есть смысл перебрать их на наличие 3 копеек 1927. Ведь стоимость даже самого простого варианта довольно-таки приличная.